Для всех любителей мяса этот рецепт – находка. Свинина получается очень мягкой и сочной. Надеюсь, вам тоже полюбится этот рецепт, как и мне. Порадуйте своих гостей сочной грудинкой. Тушить, не жарить – это более полезно и не менее вкусно. Мясо остается более мягким. Поделюсь рецептом, как приготовить грудинку свиную тушеную. Получится прекрасное мясо, которое отлично будет сочетаться с гарнирами. Я люблю его готовить с макаронами. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Нарезать кубиками грудинку, залить ее бальзамиком и лимонным соком, посыпать мускатным орехом и перцем, хорошо перемешать и оставить мариноваться в холодильник на 1 час. Достаем грудинку, обжариваем ее на жире до золотистой корочки, перекладываем мясо в сотейник. Мелко нарезаем лук, жарим на жире до готовности. Добавляем лук к мясу, выливаем бульон, добавляем томатную пасту и аджику, доводим все до кипения, потом тушим 40 минут, под крышкой на медленном огне. Подписавшимся, больше вкусностей. Измельчаем чеснок, забрасываем его в сотейник за 5 минут до готовности, потом выключаем огонь и даем блюду настояться минут 10, перед подачей я отварила макароны и украсила все свежей зеленью. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. Обещанный список ингредиентов. Грудинка свиная, 600 грамм, репчатый лук, 2 штуки, томатная паста, 3 столовые ложки, аджика, 2 столовые ложки, чеснок, 2 зубчика, соевый соус, 3 столовые ложки, бальзамик, 3 столовые ложки, лимонный сок, 1 столовая ложка, свиной жир, 2 столовые ложки, вода или бульон, 250 мл, мускатный тертый орех, по вкусу, красный молотый перец, по вкусу, количество порций, 4-6. Не останься равнодушным, вырази благодарность одним лишь щелчком, подписываемся. Удачи!